Ольга Бузова необычно откровенно поздравила с днем рождения своего друга, резидента Чамеды Члуб Тимура Батрутдинова. Шоумену исполнился 41 год. На правах близкой подруги телеведущая опубликовала в Инстаграм серию фото с Тимуром и написала теплые пожелания. «Тима, родной мой человек. От всей души поздравляю тебя с днем рождения. Мы с тобой столько лет уже знакомы, и каждый раз, когда мы встречаемся, особенно когда случайно, происходит что-то особенное. В такой день принято говорить только хорошее, но все же один недостаток в тебе есть. Рядом с тобой с большей активностью развиваются мимические морщины. А если серьезно, я обожаю твое чувство юмора, я обожаю тебя», — написала Ольга. Кстати, звезда «Дома-2» публично напомнила Батрутдинову, что он собирался вступить с ней в брак, если они оба не встретят свою любовь. «Обещал жениться на мне в прошлом году, если мы не найдем вторых половинок, помнишь? Я пока свободна. А ты?» — обратилась Ольга к Тимуру. Напомним, о романе Батрутдиновой и Бузовой заговорили в прошлом году, когда они вместе проводили новогодний отпуск в Таиланде. В январе 2018 года поклонники снова заподозрили, что Ольга и Тимур встречаются, но действительно ли их связывало нечто большее, чем просто дружба, до сих пор неизвестно. Поклонники долгое время держали за Бузову кулачки, а вот свечку — нет.